Новый закон должен способствовать решению накопившихся на местном уровне вопросов, в том числе финансовой обеспеченности местных бюджетов. Много вопросов у региональных и местных органов власти вызывает предусмотренный законопроектом переход на одноуровневую систему местного самоуправления. В Приволжском федеральном округе такая форма уже используется. По примеру соседей из Удмуртской республики, в скором времени должна заработать вся система местного управления в Приволжье. До конца года полностью подтянутся Чувашская республика, Пермский край и Нижегородская область. Переход заявлен по всей стране, и над исполнением плана работает каждый федеральный округ. Напомним, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в конце 2021 года. Этот вариант самоуправления позволяет консолидировать финансовые, организационные и кадровые ресурсы для решения вопросов местного значения. Укрупнение муниципальных образований способствует и развитию единой инфраструктуры объединенных территорий. Важно не допустить отдаления власти от граждан. Необходимо развивать различные формы самостоятельного участия жителей муниципалитета в решении локальных вопросов. Новый закон позволит распространить принцип единства публичной власти на все ее уровни. При этом муниципальные руководители станут ответственнее подходить к решению вопросов. Сильные и самодостаточные муниципалитеты получат приоритет в формировании экономической базы. Структура власти претерпит изменения. Городские, сельские поселения и муниципальные районы упразднят. Вместо них появится одноуровневая система. Дискуссии, которые идут, они как раз направлены на то, чтобы мы нашли самые подходящие форму организации органов местного самоуправления, самой близкой к населению, к избирателям, к людям.